Армана Гамбаряна привели в секцию борьбы, когда ему исполнилось 8 лет. Тогда родители не ставили целью вырастить из сына чемпиона. Важно, чтобы мальчик умел постоять за себя. Маленький год, каждый друг друга знает, что спортсмен. Больше, наверное, из-за этого не было таких моментов, что пришлось на улице применять. Но, по словам тренера, Арман оказался талантливым учеником. Сегодня в копилке спортсмена победы не только на краевых соревнованиях. Он чемпион первенства России и призер первенства мира. С каждым годом все лучше и лучше развивается. У нас много медалей на первенствах мира и Европы. Но я думаю, стоит его включить в олимпийский вид спорта. Действительно, говорим самбо, подразумеваем симбиоз лучших традиций единоборств народов СССР. И, конечно, в многонациональной Анапе этот вид спорта прижился сразу. Кирилл Асланиди вспоминает, как в далеком 1968 году в секцию хотели записаться одновременно сотни мальчишек. Не хватало тренеров, не было условий. Это сегодня спортсмены отрабатывают приемы на высокотехнологичных коврах. Сегодня они растут у нас в тепличных условиях. Естественно, физически они мало подготовлены. Прежде чем они достигают больших результатов, они должны добиться очень много работать над собой, чтобы стать физическими, крепкими. То поколение было, они приходили уже физически здоровые ребята, потому что они всегда на улице играли. Вот тогда не было телевизоров и прочих там этих гаджетов и так далее. Порядка 40 мастеров спорта и 4 международника воспитали в Анапе. Основной этап развития самбо пришелся на период Советского Союза. Сейчас самбо переживает очередной подъем. Холщовая куртка, шорты и плотно зашнурованные самбовки. Большинство из ребят впервые примерили форму еще в начальной школе. Тренеры говорят, что детей в самбо отдают все охотнее. Ведь это бюджетный и относительно нетравмоопасный вид спорта. Сегодня в Анапе этой борьбой занимается около 1000 мальчишек и девчонок. Секции самбо открыты в 1-й, 4-й, 5-й и 6-й детских спортшколах. Наш город по сей день считается краевой кузницей чемпионских кадров. Власта Царева, Михаил Григорьев, Анапа регион.